1 июня в календаре более 60 стран мира значится как День защиты детей, который отмечают с 1950 года. Всю неделю в Беларуси проходят яркие мероприятия, благотворительные акции для воспитанников интернатских учреждений, домов семейного типа, детских опекунских и приемных семей, детей с ограниченными возможностями, а также детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Добровольцы Союза молодежи подготовили праздничные игровые программы, фестивали, спортивные соревнования. Главная задача благотворительного проекта – адресная поддержка детей и детских социальных учреждений. Активное участие в марафоне «Добра и милосердия» приняли пинчане. О нашем прекрасном наследии, наших детях, о тех, кто всегда рядом и готов помочь в материалах наших корреспондентов. 1 июня, в первый день лета, в Пинском доме ребенка всегда особый праздник. Праздник детства, добра, милосердия и надежды. Именно в этот день мы проводим маленький праздник силами наших сотрудников и воспитанников с целью показать и обратить внимание на то, что как бы государство не помогало, но нужна помощь других людей. Сюда приходят с открытым сердцем и охапкой подарков все, кто понимает важность и значение всего того, что делает для этих обделенных судьбой ребятишек государство. Кто понимает, что сделать этих малюток счастливыми можно только всем вместе. Любви и заботы много не бывает. На данный момент в доме ребенка находится 42 ребенка. С каждым годом количество детей уменьшается. В истории существования дома ребенка есть такие числа. Количество детей превышало 120 детей. Нарядные и немного растерянные от такого количества зрителей, крохи с первых мгновений появления на утреннике покорили сердца. Аплодисменты не смолкали, а улыбки не сходили с лиц. Взрослые люди становились такими счастливыми от того, что видели и понимали. Как бы ни складывалась судьба этих мальчишек и девчонок, какие бы болезни ни одолевали, они под надежным покровом. Они окружены неусыпной заботой в своем особом, таком уютном и щедром доме. Учитывая социальную политику нашего государства, все делается, вся нормативная база, все законодательство, оно социально ориентированное. И безусловно, что в нашей стране все делается для поддержки семей, для поддержки детей. И в свете изменений основного закона Конституции Республики Беларусь эта работа будет продолжаться. Когда в доме появляются дети, становится весело. В доме ребенка на сегодняшний день 42 ребеночка. И здесь, конечно, весело. Улыбка ребенка – это, наверное, самое лучшее, что может радовать человеческий взгляд. И у нас у каждого есть уже и внуки, и дети. И наша задача, нас, взрослых, наш долг – это обеспечить каждому ребенку право на его детство, оградить от жестокости, от равнодушия. И всем детям на планете я пожелаю здоровья, счастья, реализации мечты их, а также нежности материнских рук и нежности и любящего материнского сердца. Настоящими друзьями воспитанников специализированного дома ребенка стали не только коллективы учреждений здравоохранения. Это и работники нотариальной конторы, филиала Белгипрозем, предприятия Пинсгаз, Полесского государственного университета, священнослужители, клуб байкеров, служащие поисково-спасательного отряда «Витязь», департамента охраны и комитета государственной безопасности. Теплые, добрые отношения у коллектива дома ребенка с общественными организациями. Это один из важных праздников, когда мы обязаны уделить внимание малышам, которые остались без опеки родителей. Мы хотим выразить благодарность всем сотрудникам детского дома ребенка. Это те люди, которые сегодня согревают теплом и вниманием наших малышей. 1 июня – это отправная точка о том, чтобы мы каждый день и каждый час думали о малышах, которым нужна забота и внимание. Государство – это и мы с вами. От нас, от каждого зависит, чтобы никто из этих ребятишек не остался за бортом жизни. Чтобы они всегда улыбались, как на этом празднике детства. Чтобы всегда рядом были любящие, понимающие взрослые, которые в ответе за их будущее. Дети – это в самом деле, они центр вселенной в каждой семье. Дети – это то, вокруг чего вся семья строится, вся семья вертится. Дети – это то, ради чего и во благо кого, ради кого и во благо кого мы все делаем. И, конечно, жалко, что вот в этот праздник дети не в семье. Жалко.
Но пусть у каждого ребенка будет праздник, пусть будет тепло, пусть будет забота, пусть будет любовь. Я уверена, что эти детки именно и окружены любовью и заботой.